Мы давно не были в Челябинске. Спасибо большое. Скажите, пожалуйста, кто первый раз на концерте «Одну ногу»? Все? А кто был уже? Привет. Немного вас сегодня. Окей, хорошо. Пейте. Ладно. Вчера? В Екатеринбурге, наоборот, было где-то 80% нашей старой аудитории. Пришли старички, а здесь они новички. Простите. Окей. В общем, мы что приехали? Мы приехали презентовать новый альбом акустический. Он называется «Одно и то же, но». И он вышел вот вчера буквально. Послушайте его в iTunes, Spotify, музыки. Собственно, мы что-то похожее сейчас будем изображать. Именно мы споем акустическую нашу программу. И так как мы сегодня без, хотел сказать, без алкоголя и наркотиков, это понятно. Мы сегодня без барабанщика. На самом деле на этом стуле должен был сидеть барабанщик. Но так как барабанщика нет, я прошу вас нам помогать. И пусть ваши руки будут ритмом сегодняшнего концерта, нам будет очень приятно. Вот. Да, и более того, я предлагаю сегодня все вместе попеть, потому что мы не возим с собой хор. Это дорого. Вчера я предлагал Екатеринбургу с нами ездить вместе, потому что мы очень красиво вчера пели, правда. Вот честно, прям удивительно. Вот. Главное, чтобы детей не снесло ударной волной звука. Ну ладно. Лови волну. Окей, ладно. Согласен. Хорошо, мы тогда продолжим, с вашего позволения, презентовать наш альбом. Счастливого пути. В один момент.
держаться за, не зависеть от, не касаться я, не подстраиваться под, не прятаться за, и не за глаза, не дышать он, и не возвышаться на, смогу ли я? Oh!
Слишком мысли, да
все же так понятно. Правда и есть истина. Смысл смерть Бога, он внутри каждого. Смири жажду, живи сажду. Заткнул в груди родник, самотерял. Сколько причин нашел, сколько придумал дел. Не звучит внутренний цимер, больше вам не и пыль на пустом алтаре. Нужен только шаг, еще, еще. Тысячи маленьких шагов отпускает страх. Защищен, защищен. Через себя переступить.